Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Близина. Здравствуйте. Убыточных предприятий стало больше в 2.5 раза. Об этом говорится в отчете Кировстата о социально-экономическом развитии Кировской области в январе-мае 2020-го. Сейчас, по данным ведомства, треть предприятий работает в убыток. Сумма убытков выросла очень заметно. Суммарно она превысила 3 миллиарда рублей. Годом ранее составляла 1.25. Программа «Экономика». Кировские предприниматели могут сообщить государству о своих трудностях. Вятская торгово-промышленная палата приглашает принять участие в опросе «Бизнес-барометр страны». Его запустила Российская торгово-промышленная палата, чтобы изучить реальное состояние бизнеса и степень готовности к восстановлению деятельности. Бизнесу предлагают рассказать, какие проблемы были особенно острыми во время периода ограничений, как изменилась выручка, какими мерами поддержки удалось воспользоваться, к кому обращались и кто помог, как пришлось потратиться на выполнение требований Роспотребнадзора. Проголосовать можно на сайте торгово-промышленной палаты. В ВТПП считают, что данные опроса помогут донести позицию и конкретные запросы бизнеса до власти для принятия грамотных решений. Экономика на 101 FM. Очередную группу организаторов азартных игр задержали в Кирове. Расследуется уголовное дело по факту создания и участия в преступном сообществе, специализирующемся на незаконных организациях проведения азартных игр. По версии следствия, почти 3 года преступное сообщество в различных помещениях в Кирове и в райцентрах незаконно проводило игры над поимкой участников и организаторов. Работали следственный комитет, отдел по борьбе с оргпреступностью и СОБР. В квартирах, в офисе и в игровых залах изъяли 110 единиц игровой аппаратуры, документы, оргтехнику, а также деньги. Более 600 тысяч рублей. 5 задержанных взяты под стражу, одному в качестве меры пресечения избран запрет определенных действий, сообщает следственное управление. Экономика. Завершение о валютах. Доллар сегодня 68.84, курс евро 77.68. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.